Всем привет, меня зовут Настя Каменских, и вы смотрите мой видеоблог. Сегодня будет очень много интересного, так что смотрите. Дорогие друзья, у меня сегодня новый прекрасный день. С добрым утром. Добрый день, это Евгений Белозеров, Женя, который делает очень-очень крутые кавера. Знаменитый парень, с которым я решила тоже сделать песню ядовитую, которую мы поем «Потап и Настя». Я когда увидела вообще, что делает человек, я не могла себе отказать в удовольствии. Вы представляете, Настя Каменских оценила мой влог. Это многого стоит, на самом деле. Расскажи историю. Я когда-то участвовал в «Фабрике звезд». А сколько это было, лет 5 назад? 6, почти 6. Вот в декабре будет 6 лет. И я очень просил Сергея Кузина, продюсера шоу, чтобы мы спели с Потапом и Настей в трио. Я когда узнал, что ребята будут на эфире, я попросил об этом. Но, к сожалению, мне Сергей Кузин сказал, что типа нет. Короче, спустя вот почти 6 лет мы теперь наконец-то делаем с Настей совместную акапеллу. Это что говорит о том, что ты, видимо, настолько сильно хотел со мной коллаборацию, ну, что... Представляешь, как он получился? Это очень круто. Ребята, просто... невероятно добрый парень. Вы очень талантливый. Я счастлива, что мы делаем такую крутую работу. Просто всегда нужно верить и идти к своим целям. Несмотря на то, что это прошло там 6 лет, все равно я добился этого. И если у вас есть какая-то мечта, желание, то обязательно стремитесь к этому, и вы обязательно его добьетесь. Боже, как это вот было круто вот. Сказано! Я же мотиватор в блоге, и ты мне сейчас так помог. Да? Так вот, Зови почаще. Да, пожалуйста, ты приезжай. Просто Женя живет в Харькове, я его выдернула в Киев. Мы начинаем, мы работаем. В общем, Илонка моя будет подсматривать, подглядывать, чтобы вы видели, как мы это делаем. Вот. А вы пожелайте удачи нам в комментариях. Да. Насколько для вас есть? Да. А вот как бы... Наконец-то! НК-блоги же срастались! Наконец-то до меня дошла моя серебряная! Самая первая, нет, вру, вторая, с Потапом и Настей у нас еще есть серебряная, но тем не менее, я ее начинала, и помню, как надо мной смеялись, что я веду блог. Кто смеялся? Серебряная кнопка. Теперь плачет, потому что у них такой нет. Да, теперь плачьте. Но на самом деле цель золотая кнопочка. Любовь моя, это так было, как она шла. Я не понимаю, если это шла полгода, значит золотая будет идти лет 20. Не знаю, я свою уже полгода жду, поэтому у меня до сих пор ее нет. Поэтому есть блогеры, которые ждут ее 2 года. Да, я знаю. Я, кстати, недавно так и спрашивала, где моя Илона кнопка? Она идет, что-то идет, она как будто пешком шла с Амелиной. Но она до меня дошла. Представляете, все время прическу менять. Сумасшедший вообще. То так, не так, не так. Чтобы вы понимали, вот так вот выглядит раскадровочка. Жень, так как я вижу это видео. А потом это все превращается в красивый видеоролик. Как всегда, Анастасия забыла слова. Мне вот сейчас песни петь, будем писать по кускам, потому что когда я записывала, я писала с интернета, держала телефон. Вот. А тут так, никто не подскажет уже. Ребята, очень-очень мега круто и профессионально мы закончили свою съемку. Вы сможете видеть, Женька, иди сюда, что ты прячешься, иди сюда. Мы сделали 2 крутые песни. Два ролика, которые вы обязательно должны посмотреть. Один выйдет на канале Жени. Обязательно подписывайтесь. В описании под этим видео будет, куда что надо нажать. А еще, ребята, обязательно подписывайтесь на мой тоже видеоблог. И у меня тоже выйдет очень красивая песня. Безумно нежная и романтичная. Угу. Ну, судя по моему виду, вы уже, наверное, догадались. Так что, Женя, огромное тебе спасибо. Это было... круто, это было мега приятно. Спасибо вообще. Тебе, что согласилась. Класс! Yeah! И, друзья, сегодня в гостях у меня Барвина. Всем привет! Точнее, я в гостях у Барвины, потому что я нахожусь сейчас дома у тебя, да? Mm-hmm. Маргарита. Можно говорить твою? Да, можно. Маргариточка. Вот, Маргарита снимает очень крутые блоги, YouTube-канал. Заходите обязательно, под этим видео будет ссылка. Барвина, скажи, пожалуйста, что я делаю у тебя в гостях?
Мы будем снимать видео-челлендж. Мы будем что? Пробовать? Полезную еду и неполезную. Да, ребята, представляете, какой вообще шанс у меня выпал поесть нутеллу и поесть разные вкусности. Ребята, ну, смотрите дальше, будет очень интересно. Мы сейчас вам все расскажем и покажем. Скажи, пожалуйста, мы будем завязывать глаза и пробовать еду, правильно? Нет, у нас будут вот такие вот крышечки, и там будет стоять еда в тарелках. Ага. Мы будем открывать, но мы не знаем, кому какая попадется. Вот так. Ну, во-первых, переходите по ссылке, и, конечно, вы все увидите у Барвины на YouTube-канале. Вот. Ну и тут тоже кусочки для вас будут интересного видео. Мы не знаем, кому что попадется, потому что еда у нас находится под крышечками. Поэтому и вы даже не будете знать, что нам попадется. Нам может попасться полезная еда и неполезная. Ну, кому-то полезная попадется, а кому-то да, неполезная. Ребята, так люблю эти съемки. Мне с шоколадом. Маргарита мне говорит, давай, может, дальше. Я говорю, да нет, даже мне доесть шоколад. Так мне нравятся вот эти челленджи. С тобой давай раз в месяц практиковать такое. Ну что, приступим к другой еде? Давай. Нужно кушать лист салата и овощи. Много-много-много овощей с рыбой, с мясом. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрала Барвина на свой питание? Что тебя вдохновило? Где ты его нашла? Я не нашла, я сама придумала. Сама просто придумала. Тебе нравится Барвинок? Я люблю, да, цветочек. Я очень долго думала, как же назвать, а потом придумала Барвина. Маргарита очень талантливый ребенок. Мне очень нравится, как ты разговариваешь в кадре. А кем ты хочешь стать? Расскажи. Программистом. Программистом. Это будет самый красивый программист, наверное, на свете. Ты нереальный ребенок. Вот я не знаю таких детей, как ты, которые хотят есть полезную еду. Мне нравится, что ты представитель такого возраста и вот так пропагандируешь правильное питание. Но как ты к этому пришла? На мне родители сидят. Угу. Огромное тебе спасибо. Ребята, подписывайтесь на канал Барвина. У меня будет ссылка под этим видео. Вот я смотрела многих видеоблогерш, девочек и мальчиков, деток. И могу сказать, что твой, на самом деле, очень интересный. Даже для спасибо. Взрослых. Так что продолжай в том же духе. Вот, мне очень понравилось сегодня есть неправильную еду. Ну и правильную, конечно, тоже, но правильную все время. Так, ну вы посмотрели часть всего лишь нашего видео. Полное видео смотрите на канале Барвины. С вами была Настя Каменских, и вы смотрели мой видеоблог. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и все мои социальные странички. Пока!